Ворона-альбинос. Такой необычный подарок преподнесли столичные коллеги директору Ивановского зоопарка, а он, в свою очередь, передал ее своему учреждению. Белой вороне меньше года, родом она из Подмосковья. Кличку выберут посетители. За самую лучшую идею администрация обещает наградить призом. Посмотреть на причудливую птичку пока что нельзя, но всеобщее обозрение ее планируют выставить в конце августа. Ворона сейчас находится, будем считать, на карантине. Она сейчас сидит в отдельной вольере, привыкает к людям, потому что она не так давно поймана. Это ворона этого года рождения. Вот. Питается она все то же самое, что и питаются другие вороны. Характер абсолютно такой же. Мутация цвета встречается в живой природе нечасто. Как правило, это меланизм, нехарактерно темный окрас, или альбинизм, отсутствие красящего пигмента. Презент натолкнул сотрудников зоопарка на мысль создать отдельный уголок особенных животных. Попадаются и галки белые, и галки серебристые, и воробьи рыжие, и совы черные. Вот. И поэтому эту коллекцию будем мы пытаться сделать. На сегодняшний день в этой коллекции у нас два животных получается. Это белая ворона и меланист белая лань. Сотрудники зоопарка уже разослали коллегам из соседних городов письма с просьбой поделиться необычными зверями. Примут альбиносов и от рядовых граждан. Собирать, правда, планируют пока только мелких животных, в основном птиц. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.